Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Итак, сегодня у нас результаты розыгрыша совместно с рандеву. Итак, та-да-да-дам, барабанная бровь, поехали. Совместно с рандеву мы определили победителя, и им является Екатерина Новик. Я вставлю вот сюда ее комментарий, чтобы было видно. Катюш, если ты смотришь, обязательно под этим видео напиши мне, что ты увидела, что ты узнала, что ты победитель. Мы от всей души тебя все поздравляем. Молодец. Удача была на твоей стороне в этот раз. И тебе нужно будет написать в Инстаграм. Я тебе дам ссылочку под видео, тоже оставлю. Ты напишешь туда свой адрес, ФИО, индекс и телефон. И тебе компания «Рандеву» пришлет твой подарочек. Всем остальным прошу не расстраиваться. У нас впереди буквально на днях еще будет один розыгрыш. Еще, конечно, на 20 тысяч, как я обещала, вас ждет бьюти-бокс. Немножко запаздывает, но он уже готов, он уже собран. Так что впереди у нас много розыгрышей, много будет победителей. Ну что ж, а мы поздравляем Катюшу. Всем пока!